Ура! Прицелься с помощью обычных кнопок движения. Заплеснув кнопкой прыжка, а потом отпусти ее, чтобы смотать обратно. Там много чего плавает, прапор. Но ты лови прапор, что я тебе скажу. Отлично! Это очень идея классная. Нажмите лайчики, колокольчики, подписочки. Время не ждет. Молодец. Взял. Неплохо. Ой. Тут. Хоп. Перчатка. Хорошая работа, салага. Нам нужны два подушки. Придумай, как отвлечь эту дворнягу. Неплохо, боец. Благодаря тебе эти четвероногие, возможно, еще вернутся в Нью-Йорк. Приворачиваюсь. Надо что-то делать с этим псом-перебежчиком. Даже его блохи могут нас уничтожить. Замолчи, шавка! И... Ура! Это другое дело. Сначала вот это. И сейчас... Ой! Ой! Хи-хи. Хе-хе. Ну-ка. Еще плоховато стало. Ой, я сел два. Ой. Мне нужно все ломать, потому что я не знаю, что из них правильный. А это нельзя. Тоже нет. Неприемлемо. Сожми волю в кулак и попробуй еще раз. Придумай, как отвлечь эту дворнягу. И шкафчики тоже проверь. Хоп. Он говорит с нами. И говорит даже не забудь даже из шкафчик. О! Отличная штука для ему.
Ой. Кстати, и говорит еще, кстати, шкафчик даже. Не забудьте. Я здесь все попробовал. А здесь ничего нету. Наверху пингвин стоит и ждет нас. Замолчи, шапка! Смотрите, что он делает. Может, здесь надо? Я не могу все равно. Загляни в холодильник. Холодильник? Ладно. Согласно моим расчетам, собаки едят мясо. Это может нам пригодиться. Загляни в холодильник. Ой. А это курочка. Курочка. А это уже. Да-да-да. А это где находится? Вот там? Или опять холодильник ли надо проверить? Я шкафчик проверю. А может, он говорит, вот эти шкафчики? Да, похоже, они тоже... Собачьи галеты, да? Любопытно. Ой, а там вот это... Нам сегодня это не нужно. Может, здесь? Он сказал, может, по шкафчике проверь. А я так проверю. Нажмите лайки, колокольчики, подписочка. Ура! Эй, это ты тут натворил? И не смотри на меня так. За это ты отправишься в будку, приятель. Ладно, порядок я потом наведу. И там еще не закончили? Надо что-то делать с этим псом-перебежчиком. Даже его блохи могут нас уничтожить. Надо ему вот это. Надо что-то делать с этим псом-перебежчиком. Даже его блохи могут нас уничтожить. У нас лапочка! Попробуй смыть ноги в унитазе. Это отвлечет пса. И порадует Рико. Унитаз? Теперь он будет сидеть тихо. Ура! Что это будет? Неплохо. Ой, а зачем нам это? Неплохо, боец. Благодаря тебе эти четвероногие, возможно, еще вернутся в Нью-Йорк. Хе-хе. Вперед, салага. Время не ждет.
эти... Ну-ка, а тогда вот это что ли? А, вот эти шкафчики мы не проверили. Ну и... О, трусики! Отлично! О, вот ура! А здесь ничего нету. А этот, а что такое? Да сюда не можно поставить это, не дают, надо это найти. Может это здесь? А может это здесь? А здесь мясо. Смешно. Что? Там пусто. Я здесь все проверил. Ой, я не проверил. Мне нужны предметы из списка. А еду уже мы не проверили. А это да, проверили, похоже. Тогда что здесь? Шкафчик? Что делает здесь шкафчик? Нам нужно письмо. Хорошая работа, салага. Отлично, Ой, а здесь большой крокодил. А, прапор, похоже, ты на верном пути. Кинь несколько камней на противовес, и тогда откроется клетка. Я попал! Ой! Он глотает! Прапор, ты должен убрать с дороги этих ящериц. Оп! На! Он съел это. Вот, кидаем это сюда. Ой, всем пока-пока, видеоролик закончился. Нажмите лайчики, колокольчики, подписочка.